Ребята, всем привет, с вами Мангус, мы продолжаем прохождение Dungeons 3. Я только что, ребят, уничтожил еще один очередной босс. На тот, наверное, я не буду все-таки отвлекаться. И снова у зла, которому, конечно же, теперь стыдно, не вышло помешать обозам добраться в Обжорск. Да, один какой у нас все-таки... позор! Один у нас обоз все-таки туда добрался. Давайте уничтожаем вот этот вот лагерь. Будем, в общем, потихонечку уходить, уже все уничтожать. И добивать наши обозы. Нам их осталось 6 штук. Я тут потихонечку, ребята, у нас коварство копится. Прокачиваю уже наших орков, демонов и банши. Кстати, нам банши опять одну, кажется. Бесцельное зло убили. Так и оставило гоблинов гнить в темнице. Вряд ли они того заслуживали, это же отличные солдаты. Где у меня еще одна нага? А, одна нага у меня вот она. Стоит, думаю, я же ее вызвал на поверхность. И также, наверное, нам надо забрать еще одну банши. Где она у меня? А ну посмотрим, где это у нас. А, ну у нас воскрешается, да, еще? Ну ладно, хорошо, пока без банши повоюем. Нага у нас там подходит. Строить нам вроде больше нечего. Мы с вами, ребята, все построили, получается, да? Сейчас глянем, это у нас есть, это есть. Это у нас есть, это есть. Это все есть, нежить есть, пиво есть. Все есть у нас. Все отлично. Золото добывают, коварство нам добывается. Давайте демонов дальше улучшать. Ну и пойдем захватывать мы. Что нужно сделать? Дальше. Пора платить жалование. Будем... поверхность. Давайте вот эту башню уничтожаем сразу, чтобы она не мешала. Наши ребята уже потихоньку тут прокачанные. Сразу их тут уничтожаем, урон уже побольше у нас идет. Отлично. Что тут надо уничтожить? А, вот эту башенку еще надо уничтожить, чтобы она нам тут не мешала. Так, ну, три наги у нас должны прекрасно справиться. У нас, правда, отъехали наши банши. Ну, ничего страшного. Докачаем. Прокачаем, докачаем. Они у нас там оживут. Да, вот они. Пока что тут лежат. Так, одна сейчас восстановит здоровье. Я вот только не пойму, почему их у нас наши наги не лечат их. Почему их невозможно вылечить? Или у нас наги только лечат таких, а нежить, может, кто-то другой должен лечить. Так, давайте еще демонов. Улучшаем до 5 уровня и будем наших банши улучшать, а то они что-то как-то быстро у нас сдохнут. Так, а ну-ка, камушки давайте уничтожим, чтобы они нам тут не мешали. И где-то тут бревна были, нам показывали. Надо их как-то нам скинуть. Вот они, эти бревна, надо сюда нам прогуляться. А чтобы нам сюда прогуляться, это нам надо что сделать? А вот нам вот тут и надо пройти. Так, опять книжку какую-то мы потеряли. Где у нас книжка лежит? Вот она, книжка. Давайте, пусть кто-нибудь ее забирает. Кому-нибудь что-нибудь будет бонусом. Отлично. Идем дальше. В первой части мы, ребят, этой компании в основном все строили.
А сейчас просто будем. Свою поверхность. И не давать поставлять обозы в ковер. Давайте сначала вот эту убьем, она очень сильная. И еще обозы? Хорошо, давайте разберемся. Так, давайте. Нет. Так, и нам надо вот эти бревна. Засадное зло извлекло преимущество из созданной баррикады и здорово осложнило жизнь продуктовым обозам. Заморить обжорских жердяев голодом – плевое дело. Отлично! Ударим этим жадным ублюдкам по самому больному месту! По яйцам? По желудкам! Так, вот этот надо уничтожить сразу, да? Лаги. Хорошо, пошлите сюда. Ну, три лагеря. Так, давайте сразу уничтожаем хилку. В твоем подземелье враги. Там, думаю, наши ребята сами справятся. Тем более у нас там еще кругом стоят ловушки. Ну-ка посмотрим, много их там добралось. Да нет. Всесокрушающее зло уничтожило один из обозов на пути в Обжорск. Отлично, нормально там все. Так, подбираем вот эту штуку. Теперь нам надо как-то наверх идти. На черное сердце напали. Пусть нападают. Вот так вот сделаем. Так, тут очередной отряд. Уничтожаем. Также. Вот и бесславный обоз. Конец еще одной поставки в Обжорск. Пусть они больно бьют. Отлично. Так, тут что-нибудь у нас есть? Еще нету, да? Очередной босс уничтожили. Нам осталось 4. Но тут мы с вами не успеем перехватить. Да, нам тут даже выйти негде. Давайте тогда лагерь уничтожим вот этот. Чтоб его тут не было. Пусть так может быть, один обоз сюда к ним прибудет. Так, у нас, кстати, пора платить жалование. Ну, отлично. Так, давайте идем вот сюда. Почему у меня нету куриц? Неужели у меня тут все всех поели? Курицы не успевают у нас вылупляться. Только вылупляются, их сразу поедают. Много, много у нас войск. Да, кого мы тут можем еще нанять? Давайте, наверное, еще одну банши наймем. И снова у зла, которому, конечно же, теперь стыдно, не вышло помешать обозам добраться в Обжорск. Какой позор! Ну и ладно. Не получилось, так не получилось. Так. Что делаем тут? Тут мы делаем, переходим вот сюда. Выбираем войска, которые у нас есть. Мне надо выбрать раз банши. Два банши. И где-то еще одна была банши. Вот банши. Или эти у меня там еще. А нет. Все.
Все нормально, давайте на поверхность. Отлично, давайте сюда к нашим войскам. Что тут у нас получается по прокачке нежити? Есть. Давайте ее еще улучшим вот так до 8 уровня. Жизненная энергия 45%, урон 18%, сопротивление просто отлично. Теперь, ну, талию попозже, теперь, наверное, вот этих мы до 8 уровня также прокачаем, потом наших демонов. Так, вот это мы выделяем. Мне нужна голова Таноса. Собираем всех в одну команду. Давайте уничтожаем вот этих. Где там? Что-то я ее не видел. Смотрите, как быстро всех убиваем. Просто уничтожаем. Теперь мы. Бесцельное зло так и оставило гоблинов гнить в темнице. Вряд ли они того заслуживали, это же отличные солдаты. Да успеем мы с вами их освободить. Наших гоблинов. Я, если честно, про них забыл. Так, давайте вот эту убиваем. Отлично, очередной отряд мы убиваем. Так, как нам туда пройти? Мы можем вот тут пройти, да? Да, можем пойти. Можем пойти вот тут, наверное, где-нибудь. А, вот тут вот мы можем выйти. Давайте вот сюда. Спустимся вниз. Ага, вот этих мы сейчас уничтожим сразу. К обжорству мы подходить не будем. Все, спускаемся вниз. Нам надо уничтожить вот этот очередной отряд. Теперь уничтожаем и этот отряд. Просто супер. Просто у нас все супер идет. Так, тут хилки есть. Может, маги тоже. А, тут у нас маги. Отлично. Впечатляющий треск и грохот возвестили о разрушении недостижимым злом лагеря Пикси. Чудесно. Жужжание. У нас банши неплохо держатся. Жужжание комаров, которые покусали меня ночью. Но все равно, что-то они мне не очень нравятся. Мы обязательно придем к мировому соглашению. Мировое соглашение оставлять... с комароподобными? Знаешь, тут уже никакого мира быть не может, только война. Если в 2 часа ночи ищешь дыру, через которую в спальню лезут злобные твари, нет, никаких переговоров с террористами. Если только банши оставлять на защиту в подземелье, то может быть еще нормально. А так, что-то не очень они мне нравятся. Наги наши их не лечат. Вот с курицами у нас проблема. Почему-то. Так. Ну что, давайте тогда, наверное, уничтожаем вот это вот. Вот эту башню. И этот лагерь. Давайте сначала башню сразу уничтожим. Банши, видите, хорошо, они станут. Пора платить жалование. Герои и те заторможенные не могут сильно. Давайте разберемся. Воевать. Так, нас... Благодаря помощи всеубивающего зла, гоблины тут же примкнули к его постоянно растущей армии. И тут у нас пошли
обозы очередные, да? Давайте уничтожать по порядку. Сколько там у нас? 3 обоза выдвинулось. Хорошо. Будем, значит, их сейчас с вами уничтожать. Вот первый обоз. Давайте его сразу. Вот и бесславный конец еще одной поставки вопроса. Так тебе! Готово. Теперь мы возвращаемся вот сюда. Вот этот босс нам надо догнать. Быстренько. Давайте. Ну, давайте, давайте. Догоняйте, обоз. Армии разрушительного зла уничтожили один из обозов. Так, и теперь нам надо... Где нам пройти лучше? Давайте, погнали вот сюда. И нам надо вот сюда попасть. Ну, только... Не через Обжорск. Давайте идем вот сюда. Там кто-то за нами еще ворвались враги. Враги не дойдут. Хорошо их, смотрите, ловушки шмякают. Ну и че вы там не идете дальше? Отлично, мы с вами забыли, что нам надо обоз успеть разгромить. Стоим там, наблюдаем, как отбивают атаку наши ребята. Так. А как он должен сюда пройти? Где-то... А непонятно где. Вот тут где-то, что ли? А, не, вот тут по этой дороге. Ну, я думаю, он там не успел пройти, да? А, вот, восклицательный знак. Да, не успел он до туда дойти, поэтому мы его сейчас также уничтожаем. Теперь уже торжествующее зло уничтожило все обозы с едой раньше, чем они добрались до Обжорска. Ну и все, нам осталось еще один обоз уничтожить, и как бы на этом все. Что мы тут можем еще с вами прокачать? Давайте Орду до 8 уровня. Демонов. Давайте нашу Талию улучшим. В моих жилах течет злая сила! Вон аж до 5 уровня. И надо ждать, где у нас будет еще один обоз. Так, у нас там опять ребята идут. Давайте, наверное, создадим портал. В твоем подземелье враги. И пусть пока у меня тут ребята поотдыхают. Пока нету у нас, как говорится, еще одного обоза. Да, потому что вот это нам показывает, что вот эту крепость надо захватить. Но мне надо, наверное, уничтожить еще один обоз. И тогда мы можем с вами напасть уже на Обжорск. И его победить. Все, ребята, немножко ждем. Строить нечего. Единственное, может, только где-нибудь сейчас еще курятник построю. И все. Итак, ребята, нам опять очередные обозы идут в Обжорск. Поэтому давайте пойдем сразу их уничтожим. Нам, в принципе, один обоз осталось. Вот мы сейчас ближайший вот этот уничтожим. В первую очередь.
Чем могу помочь? И пойдем, наверное, захватывать наш Обжорск. Хватит им там пировать. Так, вот он. Этот обоз, давайте его сразу уничтожаем. Вот и бесславный конец еще одной поставки вопроса. Обжорск был обречен. Армии голодного зла положили последних защитников и буйствовали в городе, разоряя и сжигая все на своем пути. Чудесно! Пусть горит! О, это было ужасно злое дело. Я, конечно, не забыла про эти пальцы темных эльфов, но, возможно, мы могли бы решить все как-то иначе. Заткнись уже и любуйся огнем! Талия сидела и наблюдала согревающую душу сцену. Неподалеку кто-то все еще визжал, но скоро все стихло и не осталось никаких звуков, кроме потрескивания огня. А еще, конечно, кроме рычания существ мерзкого зла. Закончив разорять город огнем и мечом, армия, завоевывающего глубинку зла, двинулась дальше. Ну что, ребята, прошли мы очередную кампанию. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Не забываем подписываться на канал. С вами был Мангус. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.